Треснувшие стены, просевший фундамент и протекшая крыша. Жителям этого аварийного дома в городке Воздвиженка уже четвертый год приходится добиваться расселения. Дожидаясь своей очереди на получение новой жилплощади, большинству жильцов пока приходится ютиться на съемных квартирах. За помощью в решении квартирного вопроса жители аварийного дома обратились к председателю исполнительного комитета Виталию Наливкину. Мы будем рады, что у нас такой человек появился. Прибыв на место, председатель заверил людей, что нашел решение их проблемы. По его инициативе независимая оценочная комиссия пересмотрела степень износа жилого объекта. А это значит, что данный дом больше не является аварийным. Вот этот дом будет до зимы отремонтирован. Мне надоело это. И он будет отремонтирован по евроремонтам. В настоящий момент коммунальные службы уже приступили к восстановительным работам. Всего на ремонт данного жилого объекта из городского бюджета было выделено более 40 миллионов рублей. По заверению Виталия Наливкина, этих средств более чем достаточно для восстановления дома в полном объеме.